Долго, слишком долго. Пожалуйста, я вас прошу ускорить эту работу. Но нет, на предприятиях нет контракта на 23-й год. Понимаете, что там говорить? Паспортов вы сами сказали нет. Ну, когда они будут? И контрактов нет пока. Вот, распоряжение, Владимир, у нас есть контракты и по, как я доложил, по Министерству обороны, и по гражданской линии, и ГТЛК, и другие лизинговые компании. Это в части вертолетов. А по самолетам у нас все сверстано. Это с учетом тех испытаний, сертификации и программы импортозамещения Суперджета МС-21. Полностью все сверстано. Денис Валентинович, да. Денис Валентинович, у вас сверстано, но контрактов нет. Ну что я же вам говорю, ну давайте я вам сейчас после закончим совещание, чем мы с вами пикироваться будем? Чего вы мне ответите? Я знаю, что контрактов нет на предприятиях. Мне директора сказали. Ну чего вы в самом деле, дурака-то валяете? Контракты когда будут? Я вот о чем говорю. Ну, нет, директора предприятия говорят, нет контрактов. А у вас все сверстано. Ну. Когда будут? Значит, вот, я могу. Когда будут паспорта? Когда контракты будут? Вот что надо ответить, на какие вопросы. Чтобы в течение месяца, я вас прошу, в течение месяца должно быть все сделано. Вообще-то квартал какой-то. Ну, о чем мы говорим? Мы что-то не понимаем, в каких условиях мы живем. Я вас прошу в течение месяца эту работу закончить. Ладно? Мы постараемся сделать все возможное с коллегами из экономического... Да-да-да. Спасибо. Нет, не постарайтесь сделать все возможное, а сделайте это, пожалуйста, в течение месяца. Это нужно сделать в течение месяца, не позже. Хорошо? Есть, есть. Да. Ну что, вот вы понимаете, я почему об этом говорю? Я обратил внимание на некоторые там формулировки. Вы сказали, в ближайшее время мы сделаем. Что такое в ближайшее время? Ну, должно быть четко и ясно понятно. Но я же не с потолка это беру, правильно? Но директоры предприятия говорят, нет контрактов. Ну,